Друзья, послушайте новую музыкально-поэтическую композицию «Экспромт» на стихи замечательной поэтессы Веруни Шумиловой. Композиция называется «Так хочется тепла весеннего». Музыка исполнения Самойла Фрумовича из цикла «Ожившая поэзия». Хочется сейчас тепла весеннего, чтоб солнце ликовало надо мной. Так хочется читать стихи Есенина в любимом парке в день свой выходной. Насладившись вновь аплодисментами, читать затем уже стихи свои и замечать волнение моментами, они мне говорили о любви. Где-то я нахожусь в плену сиренева, а я им два романса и поклон. Сегодня вся поэзия вне времени, не слушает ее война и стон. Так хочется тепла и мира вечного, чтоб не терять безвинных сыновей. Так хочется признания сердечного, стихи свои читайте поскорей. Так хочется тепла и мира вечного, чтоб не терять безвинных сыновей. Так хочется признания сердечного, стихи свои читайте поскорей. Сейчас тепла весеннего, чтоб солнце ликовало надо мной. Так хочется читать стихи Есенина в любимом парке в день свой выходной. Спасибо за внимание. С вами был Самойл Фрумович, музыкальная композиция «Экспромт». Так хочется тепла весеннего. Стихи Веруни Шумиловой, музыка исполнения Самойла Фрумовича из цикла «Ожившая поэзия».